Девчонки, а вы здесь живете, да? Да, здесь. Да? Наверху только. Вам тут нравится? Да. У вас тут природа красивая, да? Да. Есть где погулять. Пришла посмотреть, как живут люди в этом районе. Это ваш мишка? Да. Хороший. Нахожусь на улице Жуковского, недалеко от улицы Нахимова, остановки. Если отойти вправо, сохранился вот такой район старых деревянных домов, которые доживают свой век. Вероятно, их скоро не будет, но пускай останется память об этом районе. Вид они, конечно, имеют очень удручающий. Уже кое-где стены отваливаются. Ну вот я к девочкам там подходила. Девочки вот в том доме живут. Газовые баллоны, видно, хранятся. Ну, мне кажется, в этих районах сохранилась такая самобытность. Очень много зелени. Мосточки, которые раньше были в Мурманске. Таких же аналогичных деревянных домов. Вот такие. Я помню, я ходила с таким мосточком в детстве. И вот такие дома. Ну-ка, нужно мне хоть зайти в подъезд и посмотреть, что. Велосипед хранится. Ну, вот так не совсем уж страшно. Приличные двери. Двухэтажный дом. Лески тут сделаны металлические. Подойдем еще к другому дому. Ну все заросло здесь. Просто какие-то пашни нераспаханные. А дома вот уже аж лопаются. Штукатурка скоро отвалится. И здесь даже в глубине садик. Думаю, что это садик. Улица не просто Жуковского, а профессора Жуковского. Домов тут предостаточно таких двухэтажных. Есть уже разрушенный один вот дом. А вот я вижу, след упирается. Очень интересно крышу, покрытую недавно. Если бы дома эти были ухоженные, то было очень красиво. Много зелени. И вот такие вот входы в подъезд. Вот дом старый, но крыша новая. До 2024 года эти дома должны быть расселены. Тоже с новой крышей. Набережная улица. Есть такая, оказывается, у нас. Детско-юношеская спортивная школа единоборств. Поэтому тут крыша новая.
Ну, это здание каменное, двухэтажное, такого старого типа, окна еще арочные. Хотелось бы сохранить уникальность этого района. Вот такие двухэтажные, трехэтажные дома, невысокие, на лоне природы, которых нам не хватает в Мурманске. А здесь даже участок дорог отреставрировали. Новая хорошая дорога. И опять же улица Набережная. А мне интересно, почему он так называется. Наверное, тут недалеко протекает река Роста. Зашла в подъезд. Настоящая северная смородина. Гаражам. Да, называется Набережная, потому что тут речка Роста, и тут даже вот частные дома возникли. А Роста, говорят, вот там внизу. Наверное, скорее всего, туда не подойти. Там собаки ходят. Может, они злые. Такие там виды, прямо горы. Здесь все загорожено. Что, маленький, что? Ты охраняешь, да? Охраняешь здесь, да? Ты кто такой? Меня не тронешь? Здравствуй, мой хороший. Нет, здесь не пройти, хозяин вышел, сказал. Ладно, там еще частный дом. Но я же ниже не пойду, опасно. Ну тут же вот люди, видно, вот вышел восточной национальности. Но место очень красивое. Снимаю с высокой точки. Внизу гаражи, сопки и вдалеке залив. Здесь старенькая школа, может, кто из зрителей знает, какой номер этой школы. А я пойду вот вниз по такой тропочке. Там кто-то в кустах сидит. Надо быстрее промчаться. Это вырубят ступеньки из земли прям. Это хорошее, все отдыхают. Такая тут мощная зелень. И отсюда уже выходим на другую улицу.
Ну, я пойду так же по природе. Вот это маленькие птички, невелички. Вот такой прямо город-курорт. Под каждым кустиком сидят. Вот это иван-чай растет рядышком. Вот такой плетистый горошек. У нас очень много по городу. Фиолетовый, желтый. Здесь вот такие двухэтажные дома каменные. Сейчас посмотрю, как улица называется. Называется это улица Дежнёва. Я опять вернусь на природу. Там повеселее. Пойду по тропочке, куда она меня выведет. Посмотрите, что за вид. Купол храма равноапостольного князя Владимира. Единственный храм в Росте. В этом ракурсе очень необычно. Цветущий иван-чай и кусочек купола. Я довольно продвинулась. Здесь такое ограждение. Я прошла часть. Часть прошла, но не буду рисковать дальше. Не знаю, куда она ведет. Видно, это было ограждение для реки. Ну, а сейчас тут воды нет. Пойду назад. Ну что же, мои зрители. Маленькая моя прогулка по старой Росте закончена. Надеюсь, кому-то понравилось мое видео. Или кто-то увидел что-то свое, родное, забытое. А я вышла на центральную трассу. На этом я видео заканчиваю. До свидания, до новых встреч. Спасибо, кто был со мной на этой прогулке.